Руководство музея-усадьбы имени Павлова является организаторами многих необычных мероприятий. В их числе и сиреневый бал, который проходит на территории музея в конце мая уже в третий раз. В этом году дата для его проведения была выбрана наиболее подходящая, ведь 18 мая – это не только день музеев, но и международный день сирени, которая в саду Павлова уже полностью распустилась и наполнила все пространство чудесным ароматом. Во-первых, Павлов любил сирень. И на каждой усадьбе раньше обязательно была цветущая сирень. Это как и символ любви. И вообще есть такое поверье, там, где растет сирень, там будет любовь вечная. А поскольку наша любовь к Ивану Петровичу вечная, вот, мы решили вот такой сиреневый бал. Он стал традиционным. Открытие праздника началось с выступления воспитанников студии «Белый бал». Этот коллектив является постоянным участником мероприятий, которые проходят на территории музея. В этот раз к сиреневому балу они подготовились особенно тщательно. В этом году мы, во-первых, мы пошились. Мы сегодня все в сиреневом, ну, либо с оттенками сирени. И сегодня мы представим небольшую пьесу в стихах, которая называется «В усадьбе». И будет рассказана для всех зрителей вместе с танцами и со стихами. Каждый год организаторы стараются разнообразить программу праздника. В этот раз они подготовили для гостей необычную фотозону и мастер-классы от рязанских мастериц. Я вижу вот такие коврики крючком, вот образец, и за спиной у меня. А мы будем сегодня вязать вот такой маленький коврик. Его можно с обратной стороны на двусторонний скотч и прикрепить на любую поверхность, на дверь. Ребенку записку оставить, иголочкой вколоть. Можно на холодильник, можно мужу записку оставить, чтобы он, уходя, выключил щи. В этом году впервые в празднике принял участие клуб народно-прикладного творчества «Радость рукоделия», которые познакомили гостей со своими удивительными изделиями. Также их работы посетители праздника смогли увидеть на традиционной выставке «Сиреневая песня». На ней также были представлены фотоработы с изображением цветущей сирени. Кстати, эти фотографии, как обычно, присылали со всего мира. Ирина Ковалева, Олег Парамзин, телекомпания «Город».